Жильцы новенького дома в новеньком академическом районе Екатеринбурга, измученные регулярными тратами на ремонт в своем новеньком подъезде, сумели наконец-то поймать с поличным шайку вандалов. Но дерзкие малолетки, вместо того, чтобы устыдиться и покаяться, дерзко ломанулись, как сахатые, на пролом на выход. А прекрасная их половина торопиться не стала под лозунгом, переполненным нездоровым цинизмом. Хотя нам нечего этим. Дом этот находится на улице Рябинина и имеет крайне странную отделку помещений, так сказать, общего пользования. Какой-то картон с тряпками внутри, и все это скрепляет, видимо, слой краски снаружи. В общем, получается очень ранимо. Подростку не составляет никакого труда, если не пробить всю эту отделку насквозь, то хотя бы изуродовать ее, оставив вмятину. А жильцы их регулярно заделывают, нанимая мастеров, разумеется, не бесплатно. Потом стали появляться другие вандальные фишки, типа росписи стен и перил краской, маркерами, еще бог знает чем. Неоднократно подростков ловили, ошивающихся тут, хотя и не живут они тут. А что им сделать? Да ничего. И те прекрасно об этом осведомлены. А тут одна смелая женщина решила такую бригаду почкунов, пойманную за руку, хотя бы подвести под камеры наблюдения. Все на камеру сейчас смотрим. Ну, понятно, для того, чтобы не приковывать всех наручниками к батарее, когда она одна против них всех и наручников в жизни не видала. Ну, чтобы потом спокойно эти лица снабдить ФИО и предъявить родителям, дабы те не удивлялись затем, за что с них станут трясти деньги соседи, а возможно и суд. Что из этой затеи вышло, вы уже знаете. Часть сбежала, а часть даже и бежать не подумала, будучи на 100% уверена в своей совершенной безнаказанности. Хотя нам нечего бояться. Теперь женщина, выложив эти кадры, надеется, что хотя бы по одежке этих детишек опознают родители, возьмут в руки ремни и розги, отчего, наверное, прекратится разрушение стен человеника на Рябинина. С той же целью, чтобы родители опознали и образумили своих непутевых детяток, пусть даже из такого неочевидного ракурса, сняла и выложила видео сердобольно-сознательная автомобилистка. Пацаны, которым влом дойти до перекрестка, на улице Шевченко перед самым началом путепровода пересекают ее, выбегая на Бажова, весьма и весьма рискованным образом.